Так, всем привет! В этом видео хочу показать, как я выливаю декоративный кирпич венецианка, там какая-то. Ну так, нам для этого нужен гипс, вода, сами формы, шуруповерт, ну и там шпатель. Так, у меня расход такой идет. На одну форму из 6 кирпичиков 700 грамм гипса. Ну, я уже вымерил, это примерно эта баночка. И 0,5 воды. То есть на кило 400 гипса на две формы, литр воды. Гипс я вот новый купил, он какой-то интересный, с такой красненькой. Красный цвет у него немножко. Не знаю. По марке он повыше, Г7. До этого был у меня Г5. Не знаю, нормально, белый. Сколько, 300 форм с чем-то я вылил с него. Так, ладно, все, замешиваем. Так, сразу миксер моем. Формы ничем не обрабатываю. Просто сразу выливаю. Переборщил. Еще переборщил. Две формы у меня. Одну я покупал в интернете на Алиэкспрессе. А вторую я сам сделал. Но она, правда, не с небольшим косяком. Видео вставлю, как я ее делал. Посмотрите. Ну вот такую вот я форму сделал. Ну как форму, опалубку. Под силиконовую форму, которую залепливать. Сейчас силиконом. С гипсокартона. Саморезы торчат из-за того, что сильно длинные. Коротких не было. По-быстрому. Гипсокартон 12,5. Обклеил скотчем. Сейчас кирпичики посажу на жидкие гвозди. И высохнут. Наносить силикон. Ну вот, все приклеил. Плитки, камушки. Сделал раствор. Вода с моющим средством. Вот такие вот у меня три тюбика герметика. Самого дешевого, который у нас есть в городе. 250 рублей тюбик. Проще форму купить. Ладно, попробуем. Что у нас получится. Это, наверное, от силикона зависит. От качества силикона. Может, что-то я неправильно делаю. Сейчас буду отдирать.
итогу что? Вот косячок. Вот. Кирпичики вообще все четко отпечатались. Короче, нормально. Застыло 4 часа. Она готова. Как-то так. Подрежу, подмажу и вперед. Так. Теперь немножко побьем. Выгоним воздух. Можно приволчиться, что вообще их разливать не даже без перебора, чтобы шпателем не проводить. Я до этого так делал. И так быстрее вылил, пару раз провел. А, кстати, заговорился. Только вылили, сразу ведро мойте. Потому что он, гипс, быстро схватывается. Если сразу вылили, помыли, просто вот так вы сполоснете и все. А если немножко подождать, придется отколупывать. В этом ведре я уже вылил 300 с чем-то кирпичей. И как бы чистенько. Ну так, я последнюю не доливаю, потому что вот тут вот надо купить силикон и добить этот борт. Все, теперь ждем. Ну, минут 10, наверное. И можно доставать. Прошло 10 минут примерно. Теперь можно кирпичики доставать. Советую кирпичики доставать вот так вот. Не с краю поднимать, а вот на уголок. И вот так. Так меньше шансов, что они лопнут. Потому что первую заливку я доставал так. И именно в этой заливке у меня лопнуло 2 кирпича. Вон она, косяк. Только хотел похвастаться. Ну, отлив 400 кирпичей. Ну, где-то кирпичиков 5 максимум. Ну, тут этот будет 5, наверное. Ну, кусочек тут ничего, пойдет. Он у меня лопнуло. И, кстати, мне кажется, что этот гипс, который я вот сейчас купил, похуже будет. Еще один. Вот этот цвет у него меня смущает. Он подольше застывает. Не так нагревается. Ну, нагревается, когда высыхает. Как бы гипс определяет при нагревании. Чем больше нагревается гипс, тем он типа лучше. Реакция происходит. Хотя по марке этот, ну, написать можно что угодно. Этот Г7, а тот у меня был Г5. Вот так вот торцы. Ну, если сыроватый, можно пальцами. Немножко, когда начинает подсыхать, ну, дольше, если, допустим, подержать шпателем. Ну да, мне кажется, что этот гипс. Ну ничего, придется мне теперь с него выливать, потому что я его купил 90 килограмм. Хотя надо было купить килограмм 5. Он фасованный по 5 кило. Попробовать, а потом уже делать большую закупку. Мне надо будет вылить 15 квадратов. Я посчитал, это 1100 примерно кирпичиков вот этих. На данный момент я вылил 400 кирпичиков. И буду, кому интересно, подписывайтесь. Буду снимать, как я укладываю этот кирпичик. У меня получится, я хочу вдоль окон стену заложить и одну центральную. Ну, видите, вот, кстати, к этой, с этой, от этой формы, которую сам сделал,
он как-то немножко сильнее прилипает. Я ничем не обрабатываю. Может, если бы там силиконом или еще чем-нибудь ее обработать, подходил гипс получше. Но, тем не менее, тоже все отливает. Форму эту я быстро как бы сделал. В том плане, что силикон быстро высох у меня. Помучился, конечно, в видео вы видели только что, если кто просмотрел. Не получилось у меня вот так, как многие снимают, показывают на YouTube. Но, тем не менее, форма тоже получилась. Немножко доделаю ее. Хотя можно и не доделать. Один кирпичик просто этот вырезать и все. Ну, как-то вот такой вот получается кирпич нормальный тоже, как из заводской формы. Правда, это силиконовое, это полимерное. В чем у них разница, как я понял, силикона от полимера. Полимер не так садится. Силикон со временем дает усадку. Ну, то есть, сама форма будет поменьше со временем. И кирпичики уже будут другие, если еще раз выливать. По поводу цвета. То, что кирпичики другого цвета. Я буду стены после того, как кладу кирпич, плитку эту, буду их окрашивать. Правда, еще не знаю как. Может, кто-то подскажет в комментариях. Ну, хочу сделать белым цветом, светлую. Просто краской пройтись. Ну вот и все. Так вот подработали. Форму после этого я не мою. Где-то еще заливок 10 точно. А потом просто под краном проточной водой, щеточкой вымываю. Вылажу вот в таком вот порядке. Вот так вот, чтоб они просохли. Вот, вот так вот. Ну и еще один ряд делаю, а потом сверху в два ряда тоже. И они у меня сохнут. Те кирпичи, которые я уже вылил. Вот, допустим, даже, не знаю, будет видно на камеру по цвету, они отличаются. Этот с этого гипса, который вот сейчас у меня, это с другого, ну не знаю как он. Но этот довольно таки прочный. А вот все кусочки, которые у меня поломались, ну, да, тут где-то около 5. Еще вот такие вот я попробовал вылить на угол. Ну, посмотрим, или так буду делать, или соединение. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.